Здорово, народ, какие дела? С вами Сергей Хелье, вы смотрите канал Хелплей, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Double Dragon Neon, и, естественно, не одни, мы снова сидим у Евгения Баженова, бэткомедиан, да? Да, сидим у меня в гостях и едим и пьем мой чай. Едим и пьем его чай. И перед тем, как мы продолжим... Да? Да? Давай, на счет три. Раз, два, три. Про чай, друзья, пейте, не захлебнуть. Замечательный цитрусовый чай. Да, правда, цитрус совсем не чувствуется. Евгений, у вас тут чаи, я вам скажу, неквалифицированные. Ну, фиг знает. Так, стоп, нет. Какой еще лидерборд сейчас нас унизит там. Так, просто. Вот это, да? Файл 2, миссия 5, да. Давай, continue. Да. У меня один был. Давай, я просто без тебя. Окей, good. Я же забыл управление. Мы остановились на пятой миссии. Да, пятой миссии. Все, ок. Какое-то молчание со стороны, неловкое молчание. Неловкое, те самые знаменитые неловкие молчания. Те самые знаменитые шутки, знаменитые. Те самые знаменитые шутки. Ой, да, посмотри, мотоциклы. О, наконец-то, хорошо, что здесь будет. Наконец-то не космос хоть. Я подумал, что мы будем кататься на них, вот отстой. Да, я тоже так подумал. Как в Redneck Rampage была старая игрушка. Или как в Battletoads. Battletoads. Смотри, он горит, давай потушим его. Потушим ударами в лицо, что ли? Блин, жалко пырять лежачих нельзя, потому что пырять это... А, это те, кого типа... Было прикольно, знаешь, в предыдущем мы скидывали в космос народ, и если бы это были те же... О, погоди, давай разрушим памятники блине. Так, аккуратненько, главное не шутить на актуальные темы. А! Извини. Мне нужна была. Проводилась пища. О! Так, шинка. Серьезный шиноби написано. Так, давай подбрось мне ее. Сейчас пойди, фаербол! О, все, она слетела. Так, ножичек, по-моему, там был. О, нет. Она типа голыми руками нас хотела. А вот, смотрите. На нового врага, видишь, так зафиксировано. Показали. Смотри, у меня реально нож там. Ух ты, какая крутая тетка, люблю дерзких девочек. Надо, чтобы ты навесил ее на меня и. Надо две разные нам встать эти. Да. Блин, она сбоку специально встает, дренотка такая. Смотри, еще. Смотри, еще куча ее подруг. Так. Вот это охрененный скин. Ну да, они падают. Напоминает, знаешь, что мне? Эти. Играл же, как его? Golden Axe. Да, конечно, это великолепно. Это две части. Какие две, их больше? Ну, в смысле, две классические. А, ну да. На iPod есть одна. Вот, и, блин, помнишь, там так же магию набираешь, короче? Да, чем да, больше да, да. Набрал, тем сильнее тебе. Смотри, ножи. О, а, стоп! Ты. О, кстати, нож, погоди. Да, я взял нож. Пырять, чтобы глядеть. А, блин, он метатель. На что ты метнул его? Ну, на любой удар. Нет, Нет, он метатель. Нет, вот, на ноги он не метается. Ну, на ноги, а ты в руках, уже надо пырять, им надо пырять же людей. О, у тебя бумеранг, ты индеец. Ножичком пырять надо, это же не просто так придумано. На, прям в ебе. Че он не долетел? Не долетел. Подойди поближе. Подожди, он у тебя, ты взял его. А, мы друг друга его, типа, круто, короче. О, я тебе, а я мы поменялись. Смотрите, я научу, как надо кидать. Я индейец, у меня в роду... Так, о, как нам прыгать? Ой, я вот это возьму. Блин. Ну, смотри, я, короче, крестьянин. У меня, видишь, что серп? У меня бумеранг, мне все. Мне все. Мне все. Ты индейец. Так, что-то не нравится. Так, босс какой-то будет сейчас очередной. Ну, отлично, босс-вертолет. Это классика, по-моему. Блин, да. Шаолинские какахи, хотел сказать монахи. Так, ракеты какие-то. Я отбил ее, ногой! Смотри, на! А, кстати, это очень крутая тема, бумеранг, он возвращается и бьет людей. Да, и я могу его пулять, смотри. Давай, он как раз... О, отлично было. Тоже на ракету. На, тебе пас. Мы потеряли бумеранг. Кстати, меня нифигово отхерачил вертолет. Босс вертолет очень крутой. А, блин, там, он там еще, Жень. Подними его. Я поднял. Иди туда. Да, пошел. А! Давай, тетка. А! А!
Блин, я на ракету почему-то прыгаю, я идиот, по-моему. Это как в Resident Evil в первой, когда лазеры были. Ну, в смысле, в фильме. Так, давай, ты стой там, а я тут буду. Все, теперь мы потеряли бумеранг навсегда. Да. Да что это такое? Надо... Спасет меня только вот это. Смотри, я его в это время подбил. У меня ХП просто мало. Попытался ну, да, сделать конечно. Что-то. А, мне нужна помощь. Да, я понимаю, но мне тоже. Блять, мы жизнь просрали. Ну а что делать-то? Вертолет. Ничего не делай. Мы против... Причем, подбирай, да. Причем мы так его не победили, кстати говоря. Он улетел. Я обещал вернуться. Вернуться. А, боже. Вот зачем? Это же не аркада в стиле... О, бумеранг! Боже мой. Не в стиле, в стиле Марио, это же просто... Битэмап, какого черта я должен прыгать? Запыряют дрень. Так, посмотрим, что там, там нет? Все, конец. Да, каким угрозами. Смотри, какой подлец. Что это было? Запырять. Как мы его жестко, а? Он типа... Поед, там есть что-нибудь, Жень? О, тут еще один. Да нет, бумеранг покруче, кстати. Ну да, бумеранг круче. Так, какой-то. Какие-то ловушки. Еще один, Жень, бери! Нет, бумеранг! О, ты подобрал мой бумеранг, отлично. Да, достижение, я рад, конечно, уберите, пожалуйста. Друг после друга пошли? Нет. Да. Удар дракона у меня. Как они весело, блядь. О, расческа. Я взял расческу. Причеши меня, стилист. Так, аккуратненько. О! Давай эту будку разобьем. Это какой-то огромный этот, скворечник. Так, какая-то баба прилетела. Меня опа. Вырубила. Так, так, вы, не... Выруби ее или... Вот, все, давай, хелп. Скрути меня. Спасибо. Вот. Так, ножичек. Замечательно. Ну, это предвыборные. Урны. Это просто гопники, которые разрушают все. Так, и это смысл нашего прохождения? Смысл наших жизней, я бы сказал. О, видал? Знаешь, что ты делал? А нафига, кстати, сейчас будет не обязательно делать. Ну надо тратить его, он довольно быстро накопляется. Нам, кстати, надо микрофон сюда поставить вместо рефрена. Он нам чай с этой штуки пили, поэтому. Мы сейчас. Чай важнее. Согласен. Полностью. И без поворота. Опять как горилла. Женя, он сейчас покруче какой-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Я пытаюсь от него избавиться. О, отлично. Я присоединюсь. Да, блять, это баба, надо ее вырубить нахрен. О, господи, я взлетел. Какая она крутая. Да, она даже... Держи. Она заблокировала, слышь? Она... Фаербол. Я вообще охренел. Никто еще не блокировал мой фаербол. Потраченный, я бы сказал. Старый мем возроди. Мне так жалко, что он ушел. Да много мемов классных ушло. Кстати, не заслуженно. То есть есть отстойные мемы, но есть прикольные. Не ослуженный. Уходящий. Да, когда на магазине не было. Да. Только что хотел сказать. Задам всегда есть рок! Вопрос один, почему они близнецы, они все-таки не разные? Ну, кстати, плохо. Да. Единственный минус этой игры, то, что они выглядят как близнецы. Я играл какой-то Double Dragon, или там были просто персонажи из Double Dragon, в общем, где-то можно было выбирать. Да по идее, это они разные, были. По сюжету, наверное. Тут в космос летают все-таки, же не могут одинаково летать, это реализм. Мы уже на шестой миссии. Да? Это с ума сойти.
О, я хочу попробовать это. Смотри. Блять, погоди. Да зачем? Че он так стоит батареечка? Почему я должен прыгать в битом апе? Боже. О, меня чуть не откинул куда не надо. Так, тихо. Я его сюрюхеном. Слышь, китайский музыку? Так, бери. Нифига не было. Нет! Вот это я избежал проблем. О боже! Так, это знаешь, что мне напоминает? А! Она вообще убивает сразу. Слышь, какой-то читер он, да? Не, он не убивает, я проскочил. Я проскочил. А нет, я к ней подошел, она меня убила. Не, я проскочил. Просто, видимо, ты поздно уже. Ты просто не хотел умирать. У тебя депрессивное состояние. Так. Убегаем. От ракет. Ай-яй. Я на земле решил разбить. Ой, это ниндзя, сука. Со своими всякими... Все, я бумерангом покарал. Ты ж не видел, как мы ее отыграли? Бумеранг карает, понимаешь? Карательный. Не бери. Карательная психиатрия, я бы сказал. О, ой, возьми оружие, Жень. У меня есть пырялка. Как он медленно разгоняется, вот тут просто... Господи. Да вы чё? А я избежал всего. Где? Где? На игровых автоматах, понимаешь, блин? Да. Ты много монет тратил, поскольку там дикая сложность специально, чтобы бабок больше тратил. Самое время. Там, кстати, у кого-то бумеранг. Да, у нас. Нет, да, там... Ну, сейчас будет отберем потом. А нельзя добивать этим? А, ой, я пыряю ее. Люблю пырять. Пырять просто людей. Запырял и добил. А, ты смотри, что он ты делает? Ты смотри, что тварь делает. Хочу вертолет теперь запырять. Да! Взял на! Не работает. Да. Так. Что опять? Да как он заебал? Подожди, он главное не высаживает их, он просто уже... Мне нужна помощь. Ну, чувствую, ты обойдешься без моей помощи, то что я умру. Давай. Знаешь, у меня ракеты какие-то летят постоянно. Нет! Уедь, ты меня выжил! Я теперь сдох. Ладно, бейся лучше. Я не вижу тебя. Да вот, ты уже нажимай главное Б сейчас. Нет, ну нет, бейся, я думаю, что не успеешь. Успел! А, ты же успел. И просто... Смотри, какой поздний я крутой. А я исчез, я был такой крутой поздний. Драгон как поможет нам всем. Добивай, паскуд, пыряй их. Смотри, блин, дракон вообще дико, короче. Выручает прям. Надо тоже мне прокачать какой-то крутой скилл. А то фаербол это говно. Просто называется круто. Ну да, фаербол по классике называется просто. О, господи, опять прыгать. Только можно прыгать. Колу бери. Так, бомбы не... Наоборот, давай. Отойди. А... Да. И в чем прикол? На, тупая сука. Давай, бей. Запырять. Там бомба, смотри, какая-то бомба. Запырять. Я хочу бомбу взять. Смотри, вот тут бомба. Вау, что это у меня такое? Кидай куда-нибудь. Ну-ка. А... Это не бомб... Господи. На всех... И ты ударил. Ты ударил. Да? Да ты у меня аж бита была. Слышь, круто, надо с собой взять. Тихо, она что-то... Ее можно ногами отбивать. Пацаны, подождите, бомба тут клевая. Стой, даже не бей. Тихо, пёс. Да грёбаный... Тихо, собаки! Смотри, видел, как их двоих да, отделал? Да, я уже давно так сделал. Прикольно. Несколько раз ты уже выпускал. Так, о, я... Вот, блин, еще один подошел. Держаться! Я его свалил. Да какого черта я хотел убежать? Я его убил, кстати говоря. Вот фейерболы охрененно против таких ребят работают. Держи, паскуда! О! Вернулся!
Все. Добивай, паскуду. Давай. А стрелы добью. Черт. Стой, стой, стой. Ага. Кстати, погоди, ты все. Ну-ка. Блять, мне, кстати, надо было бы взять. Ну я тоже хп. О, велосипед. Смотри! Я хочу, я буду молнией теперь. Increase damage and hits more enemies. И еще бомб тос. Bust out in the... А, ну это не то, это хуйня. One hit point short range. But very powerful. Смотри, какая хрень, типа так говорят. Increase damage. Не, я дракона оставил, дракон. Дракон крутой. А я попробую молнию, потому что фаервол что-то не очень. Магазины нет, я сейчас закупил. Смотри, что тут еще появилось на второй странице. Я видел, я себе взял все. Increase, так нет. Это не будем start a track, become stronger, your high enemies. Ох, ни хрена. Я что-то взял про восстановление жизни, как будто хрень. Магический гамбит. Вот эту я хрень взял. Короче, он тебе генерирует немного жизни при каждом ударе. А я возьму вот это. Давай. Магический гамбит. Увеличивает статы, когда я фокусируюсь на магии и увеличивает... Его называют гамбит из X-мена. И увеличивает магическую регенерацию. X-мена. Я так тупо сказал. X-мена. Слушай, заебись, посмотри. Она просто, она реально дохуя дает. Я, правда, послаб по атаке и так далее. Надо проверить молнию. Слышь, это интересно. Ну давай еще. Пойдем найдем. Наверх. А, опять. Там лучник где-то должен... О, бери. Где-то паскудный лучник должен быть, как ну-ка. По-моему. Я буду поверху. Но тут, скорее всего, и надо поверху ставить. Блин. Нет, наверное, не обязательно. О боже. Да что ж такое? Да что ж... Это твоё? Это я. А, это защищает. Под этим надо стоять, чтобы нас не убило, лучники не убили. Да, это точно. Сейчас вернется ей. И не вернулся. Смотри, она почему молнию бьет под меня? Ты что за бред? Так, это я или умер? Это я умер. Так, хочу молнию ударить, погоди, хочу проверить. А, она куда-то будет другой? Достали, по-моему. Да вы чё, паскуды? Ну-ка, ну мороз нахрен. Так, кстати, надо залезть. Деньги! Так, дай, Жень, Жень, пойдем. Ну ты сможешь дойти один? Да, да, но мне сначала немного... Сейчас, стой, подожди, сейчас летят. Твою мать! Все, так. Давай. Сейчас, подожди. Я подумал, что они уже как раз таки пока будут... Нет, вот сейчас, стой, подожди. Стой, стой, стой. Поехали! Погоди. Сломалось. Мы должны их взять. Деньги, да. Нет, здесь нереально долететь. Нет, надо реально смотреть обратно. Блять, пиздец. Там столько денег, хочу денег. Как залезть туда, хочу денег. В Марио был. Я хочу взять что-то другое. Прыжки? Нет, молния, она, короче, какая-то хуета. Ну да. А что это вон за ветер? Спин-кик. Increase damage, спин-кик какой-то. А! Мы неправильно сначала подумали. Это, короче, я сверху падаю на врагов. Да, я проверю. Надо посмотреть, ну, что это. Потому что дракон охрененный. Он да, прям тащит охрененный. Дико. Но у меня его нет. Так, окей. Дракон вообще мастер, блядь. Да. Да ну ты вы чё? Контра ещё клёво. Контра, кстати, напомню. На коробке контр? Она есть? Конечно. Какая-то переделана. Так, сейчас погоди, проверю. На ком ты собрался проверить? А, поэтому он не прыгает на врагу. А, вот! Так, стоп, это хуета. Так, надо залазить, короче, на него. Ну, видимо. Я, тем не менее, споткнулся вообще. Кто, я? Я. Я пушку сниму. Есть, одна в минус. А, прыгать нельзя. Ой, я упал. Ого! Сейчас хочу тебя спасти.
Короче, если прыгаешь, на пушку нарываешься. Короче, прыгать нельзя, если ударяешься в пушку. В общем, бред. Так, ну сейчас сдуть может. А, это не сдуть. Это... Давай. Сейчас еще раз давай. Что происходит-то? Тебя бьет ветряная. Окей, забей на меня, иди. Иди, женщина. Да я не могу отменить теперь это дерьмо. Можешь, тихо, сейчас тебя ударит и все. А, все, окей. Да, сука. Я сделал все, что мог. Но я скоро сдохну все равно. У меня какой-то типа прием есть, супер пауэр. Все, он улетел, плевать на него. Иди дальше, я выжил. Так, пойди, я проверю свой супер... Ой-ой-ой! Свой супер... Что делать? А, вот эти штуки ломать. Так, и вот этот лазер, видимо. А ту там... хрень, интересно, можно прыгнуть? Да. Тут еще один парень жив. Тут бочка, но я не знаю, как ее скинуть. Погоди, мы сейчас знаешь, что сделаем? Выйдем из игры и запустим другую? Нет. Блин, что это такое? Хотим расправить их. Ну-ка, давай. А, смотри! Смотри, у меня ХП восстанавливается при ударах, это так замечательно. А я умер. Чувак, ну, как бы не до тебя. Я попытаюсь. Все уже поздно. Поздно. Там пацанов проблема. Че-то бомбанул-то. А заново что? Нет. Да, о, боже ты мой! Нет, заново, походу, мы пушку-то не добили. А, ни хрена себе, кстати, я прыгнул, и у меня это... Нет, не заново, это второй этап босса. Пушка, тем не менее, не добита. Ну, смотри, вот эту хрень можно убить, оказывается. Ну, я говорю, пушка-то не добита. Как же достал меня этот вертолет! Просто успокойся, паскуда. Бочки сейчас взорвутся. Кстати, бочки надо использовать. А! Это так же первый раз она взорвалась, я же ногой задел. А! Так. Женя. Вот это офигенная тема. Какая? В регенерации ХП. Да? Да. При ударах у тебя ХП восстанавливается. Блять, ну я хотел быть магом. Так сказал. Лучше бы ты был вертолетом. Окей, придется использовать фаербол по классике. Ничего у меня нет хорошего. О боже. Что это был спутник? А эти штуки нельзя. О, господи, вертолет, ну просто... Чё, заняться нечем? Погоди. Ясно. Да. Даже возможности нету сломать. Ай, господи, ракеты паскудные. Да, блин. Просто уже по всем осям параметрам в задницу просто... О, ура! Взрывай бочки. Не надо, зачем? Нет? Зачем мне? Ладно, взорвались, смотри. Давай меня. А, только вставил. Только вставил. Так, все, воткнул. Все, главное бить сейчас, чтобы у меня ХП восстановились. Все. И странные аппараты, которые могут разбить каратисты. Просто нелогично. Не, ну вообще сильный удар. Игра вроде, ну, в пределах реализма была. О! Нет! Могу, кстати, поделиться. Я вот так сделал. Я как бы... как кто так делает? Паскуды. И в Mortal Kombat есть... господи, индеец, который боковым ударом так бьет. Забыл, как его зовут. Я понял, о каком
А о, наконец-то. Наконец-то можно поиграть еще спокойнее. Без всяких вертолетов. Кстати, червя мы так и не увидели. Помнишь, там Гельминт вылазил в одном из уровней. Странно, да. В космосе. А что, мы умерли? Просто конец. Ну, в лабораторию, замечательно. Какие же языки? Это отряд Юдашкина или что? Знаменитый. Знаменитый, про знаменитый. Да, да, да. Блин, прикольно, если бы Юдашкин. Нет, Юдашкин одевал шахиды. Шутки про шахиды запрещены? Нет, и они бы взрывались и, короче, делали бы все вокруг красиво. Все, да, да. Опа! Они бы взрыв моды устраивали. Драться можно? Это просто модный взрыв какой-то. Тренироваться они сами сделали, чтобы мы тренировались. Идиоты. Давай победим вот эту хрень. Ты, кстати, регенишься. Да, это замечательно. Я хочу победить. А, подожди, а туалет можно победить? Туалет не победим. Да, туалет не победим, ладно. Разрушим лабораторию. Смотри, реально уроды. Вот просто разрушают все, ломают. Ублюдки. Камеру сломал. Я добил ее. О, там батарея. В камере есть батарея. Это же летут. Да. Нихуя себе. Да, что-то какие-то крутые, да? Ну, надо прыгать просто постоянно. Ой, сука, вот. Она не сбивается, мразь. Взорвалась она сразу. И, блин, почти фаербол не забил. Да, с регеном круто, смотри, у тебя хп держит. Да. Я хочу отличаться, понимаешь? Ты хотел просто быть магом в детстве. Бля, не в Гарри Поттер. Не, не магом, а таким вот. Не магом задротом, а крутым магом. Мускулистом. Да, мускулистом. Азиатом, сестру которого похитили, дали в живую. Вот знаменитый маг. Подожди, этот монитор можно разбить? Нет. Вау, это же... Вот, вот это... Люди с трубами. О! Я люблю трубы. Мне, конечно, больше ножи нравятся, потому что их можно запырять, но... Трубы тоже вполне. Осторожно, у меня труба. Я нагнулся. Ты их подкинул в трубе, я хочу трубу. Да как... Да... 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 А... Он просто нас нокаутировал, Юдашкин. Да ты не умеешь пользоваться трубой, дай мне... Мразь! Дай мне трубу, заебал. Вот ты как я посадил дрянь. Трубой посадил быстро ее. Да... Да заебало меня. Так, все, моя очередь труба. Смотри, как бьют трубой. Вот. Так. Вот так вот? Вот. Тут мозг. Ломай все. О, расческа. Возьми. Извини, тут... И почеши ее. Меня наказывают тут. За... Еще удары восстанавливаются, причем... О, Жень, возьми его себе полностью. Да. Причем удары восстанавливаются от, даже если бью по камням, там, по... Потом. Да, да, я видел. Неплохо. Бля, почти принял. Просто на тупых, ну. Да. Все, он улетел за границей экрана больше по... Да. Да, надо я... камеру разбить. Не бесит она. У меня еще плюшки. О, стоп. Да, радиоактивная... А, кислота, давай, облик. Так, подожди. Ты слишком красив. О, поджег ему анус. Ему уже одного вынесли. Ты его сжег в кислоте. Давай дальше, чё... О, на кого-то... Тихо, идет. Бля, чинный парень. На тебе пазлы с трубой. Какие они крутые. Клево, что можно от границ экрана его отталкивать постоянно битый. Так, меня сейчас убьют. Поэтому я использовал чип. Блять, дракон, он такой крутой. Да. Выручает. Блин, меня все равно взрывом убило.
Сейчас. Так главное вот этого выруби, паскуда. А, все, он сдох. А! Я только сдох. Подошел к тебе. Сбитый ее отделаю. Кстати, погоди, пока мы... Это довольно забавно звучит, чизи. Во, новый скилл. О, тоже... Бродозер! Да! Бродозер! Погоди, это звучит, но слишком круто, чтобы не попробовать. Да, давай. Бродозер, погоди. О, это я возьму. Извини. Просто кола ходилась рядом. Ты заебал. Просто ходил. Маленькую баночку. Это что за зикай летает? Какие-то самотыки. Да еб... Вот. Блять! Да твою мать! Вы что, издеваетесь? Надо отбивать их просто, Жень. Нет, надо куркаться или прыгать. Надо дойти до этого паскуда, который запускает и отделать его битой. Я метнул в него. То есть, нет больше этого паскуда. А! Моя бита! Это ж прям как из этого, из контры, чувак, помнишь, такие же были прям точно. Я боялся, ты скажешь, это как в жизни же. Нет, это прям из контры, блин, как круто. Беги. А. Окей. А, бля. Да нет, все уже поздно, да я там на этой стою, то это бесполезно. У тебя холд, чтобы украсть мою жизнь. Ты, кстати, украл у меня жизнь. Отойди, тварь! Тварь, иди! Иди отойди, тварь! Чё, она подождала, сука? Тварь! Всё, я сдох, и теперь у меня негде жить. Мы оба сдохли. Мразь просто! Ты забрал у меня жизнь, чтобы проебать. Нет, я пытался тебя спасти. Жми. Какой ты крутой, блядь. Просто спас. Я вижу тебя голубой мать. А чё бродозер? Нам сейчас заново начинать. Чё бродозер дает? Я еще не пробовал, блядь. Так, бродозер включен? Да. Бродозер? А у тебя что есть? Ну, у меня все забито уже, все на все. Нет, у тебя то же самое, кроме. У меня вот это все забито, смотри. Ну тут что-то появилось. Станя. Короче, ближние атаки станет врага намного легче. Давай пройдем эту мразь. Мне не нравятся вот эти всякие. Мне нравится людей бить. Мне не нравится прыгать, бегать. Ну да. Он по чесноку избивать людей просто, как в жизни. Гопники не бегают, не прыгают, они просто бьют людей. Сейчас надо бродозера проверить. Слишком круто звучит. Твоя любимая труба. Да. Не, мне больше ножи нравятся. Ножами можно затыкать. Запырять. Так, аккординамик. Бродозер! А, ну а у тебя опять же, как у этого. Да! Господи, как его зовут-то? Ну, причем эффект такой же, так у него зеленым. Он зеленым также бил. Вообще хуйня, бродозер. Ну звучит прикольно. Восстановление хп от ударов намного, по-моему, интереснее. А, я кстати, бродозер прокачал только что. Настанет день, когда он будет действовать так же круто, как звучит. Ну чё ты не допасовал-то до конца уж? Можно было бы добить. Хрена себе она. Он, кстати, требует мало маны, единственное, что он и бьет, блядь, не сильно. Я хочу последний проверить, это... Ты в такие моменты... Вот это вот, да ладно, там все окей. Последний скилл. Как раз всем интересно будет посмотреть, что там за скиллы. Ребят, берите ножи и пыряйте людей, никаких скиллов не надо. О, вот это норм! Ты видел? Нет. Это я бил трубой бабу. Он вертушку хуярит, после того. Вертухай. Да. О, стой, там расчет. Сука. Ну, перематывай быстрее, бога ради! И ген хп тащит.
Вот это было заебись. Она, он еще и стал. Полезный вот этот скилл на самом деле. Добить дрень. За счет ты ее, блядь. Давай, пасуй! А все, она сдохла. Эх. Бомба! А! Так, бери. Иди, бери. Ах ты сейчас, попробуй на весь. Вот так по жопке. Так, отлично. Отлично. Кто следующий? Кислоту ты умеешь пулять. Так, это тихо. Так, кислоту его. Человек, который придет. Все, он в кислоте, кстати, лежит, ему коцает. Прикольно. И вот этого надо бы отправить хорошему. Кия! Зашибись, вертухай. Его просто избили, человек из... Он просто шел домой в лабораторию откуда-то. Куда эти меня покинули? Просто уже... Это немыслимые бонусы просто. Максимальная жестокость. Извращенность убийства. Разделение владения... А, нет. Ну, как-то... Окей. Я его в углу забил. Охренеть, тут пацан сбитый пришел со мной разбираться. Это брат его, что ли? На, теперь напад. Да. Какая хорошая игра. Не, крутая игра-то. Блин, извини. Да ты заебал, опять в том же самом месте, опять для тыкся. Реально хотел с колу. О, кола. Да иди ты нахуй. Подожди, а, да, точно. Вот, спасибо. О, я все перепутал, короче, надо было наоборот. Вроде просто. О, кстати, я прокатился прям так. Да я говорю, вроде простая херня, но путаешь одну и все, и идет просто перед косяк. Основание на КП. Там шлюха. Я вижу. Не шлюха давал. Ой-ой-ой. Ой, да-да-да-да, бля, сейчас извини, не могу встать на эту хрень. А ты с другой... Вот. Опять я сейчас тебя пню. Дрянь! Надо убей ее... А, ну все. Поздно. А что, у нас обоих опять, да? Да. Блять, мы тут же запоролись. Да. Сейчас, подожди, это ударить еще должно. Тварь! Не, ну есть просто еще, чтобы придавил ее. Жалко. Вот это мы ее, кстати, ни хрена у вас пидорасили. Это же дрянь просто. Опа! Темный там уровень? Что-то... Ой, блядь, это, конечно, круто. Я нихуя не вижу. Я знаю, что нам поможет! Да. Я вижу себя! Да и на коленях! Покарали! О, спасибо за пас. Давай мне какой-нибудь пацанет. А я всех убил. Я к тебе на тусу. О! Вот это зашибись. Вот тут просто они еще закрываются, прикольно. Я правда не знаю, где я. Ну мы, конечно, оба с тобой в середине стоим. Ага. Как-то прям резво. Видишь, вот мы. Все, мы их расхуярили. Так, стой, я еще постою. Чтобы это в хрень опустилось, я пройду. Блин, клево. Только я не спустил. А вон я. Я хотя нет, я говорю. Ну, пойду хп восстановлю. Смотри, какой мутант! Где? Вон, это ж Халк. Халк. Стоп-лоу, кстати говоря, вырвется потом. Бери кислоту. Сейчас полетит, блядь. Не, она же на... на... В кислоте? Да. Прям поебал, не буду. Да, в реген хп прям вообще тащит. А! Сразу же, ну да ладно, ты не ударить. Ого, с меня вырубили. И меня. Я спасусь из вас!
Это что, кто летит? Это... А, блин, они сейчас выйдут, что? Очевидно, получается, если да. Они показывали да, сразу. Да. Да, все-таки клевая игра. Как ни крути, клевая. Прикольно было рубать. Вдвоем, да, одна будет скучно. Ну да. Битэмап. Ну битэмап вообще ну, всегда будет. Классика, да, вдвоем всегда. Граната! Где? Вон на полу. Ну, сейчас кидать, наверное, не надо. Надо сохранить для тех. Опа, блядь, я. Жень? Да я понял, сейчас. Давай, пока она отключена. Ну давай уже перематывай, тварь! Отлично. Теперь я сдох. Мразь летающий. Ну да, вот и они. Так, граната у тебя есть? Нет, ее же выбили, блядь, она же выбила. Ух, нихуя не сносят. Вот сейчас вертуха пиздец пригодилась. Да ладно, еще жив, я ж тебя так понимаю. Так, ясно. Я... Не-не-не, сражайся. Да я пытаюсь, но... Сражайся с ними. Блин, дракона бы мне. Так. Я сдох теперь. Может, успеешь. Эй, козел, не подходи к ним. Вертуха, зашибись, тащит. Видал? Да. Я увернулся даже. Все. О, вертуха, да. Самый нормальный скилл пока с тех, который у меня есть. Да, попло. Пытался вот так схватить. Прикольно. А магазины где? Нахрен нам бабло без магазинов, я не могу понять. Да. Тут, кстати, странно, там, помнишь, в самом начале дали эти хрень, чтобы апгрейдивать, там камни были? Кстати, да, и камни мы уже давно... В начале, типа, были, а сейчас уже нельзя. Так, что у нас за левел? Какой-то опять механический. Ну, мне чуть не особо, мне нравится на улицах избивать людей. То есть, ну, как в жизни. Там, возьми, кстати, кислоту. А, классика, Жень, едем на Липтике. И к нам прыгают враги. Отлично, бабную кислоту опрокину. Еще одну опрокину. Чуть не получилось. О. Да. Ну, я попал же. Главное попасть. Да, слушай, они заебали меня. На, блядь, толпу. Так, подходите, у меня бита. Дрянь! На! Просто положил паскуду. Че, встанешь? Я восстановил хп. Встанет сейчас. Так, знаешь, что я сделаю? Вот так. Там экстра жизни, боюсь, мы могли сейчас проебать. Надеюсь, нет. Дракон должен спасти все. Да, дракон, как обычно, получает. Так, что-то меня подбили. Yeah. Не, не. Смотри, успел. Я скоро стрелял. Что-то зрелось. Да-да. Вот это паз. Вот это используй, кстати, штука тоже удобная. Какая? Как в МК у индейцев. Плечом так делает. Ускорение и Y. Видишь, он отталкивает прям. Это как подкат, только прикольно. Жень? Дракона мог бы зарядить уже, блядь. Надеюсь, ты не сдохнешь. Я надеюсь, он все-таки стопит, когда происходит эта хуйня. Давай. Ну давай! Ну эти мрази им плевать вообще на дракона. Черные мрази. О боже!
Дракона вызывать? Ну, может, в принципе, но я не знаю, сколько это нужно. Нужно. Отнимет хоть немного хп. И тебя сейчас не сомнут. Хотя, может, сомнут. Сейчас ждем, я выкину вот эту штуку. Ни в кого не попал. Да, охренеть. Человек идиот. Я тоже слишком рано выкину. Я их свалил. Я поймал одного с навес. Добивай его вниз, блядь. О, я избежал удара своего кошечка. Так, а этого я не избежал. Мне нужна помощь. Убегай, да, они медлительные. Поздно, поздно, поздно. Или не поздно? Нет, поздно. Забей ты на меня. Хуярь. Да, у меня с хп сейчас же проблем нет. Блять, нет, нам мы не должны проигрывать. Я обещал. Обещал своей маме, что я не проиграю в Dungeon Dragons. Все, мы, кстати, почти без хуя. Все. Унижение. Лестница? Как геи что-то стоят. Они два брата. Два брата? Не к месту шутки. Два брата? Не к месту шутки. А о, если боже, они червяк брата? Вернулся. О, о, вот он зачем? За бабло? Ты видел, что я, ты видел, как я выбил с него? Да. Это бонусная хуета, вот мы дебилы. Да кто ж знал? Я. Но скрывал от тебя. Пистолет! Та-та-та! Кинь, почему? Кинь его! Почему он вот, почему он не стреляет? Кинь его в кого-нибудь, это же пистолет, его кидаться надо. А нет, им бьют даже, он не для кидания. Камеру разбей, пожалуйста, мне не нравится. Это что было? Ты видел? А это стрелочка? Нет, это стрелочка. Кислота? Нет, у меня есть приклад пистолета. Правда, у пистолета нет приклада. Ну, это... смотри, какой пистолет. Ну нет, спецприклад. У этого нет. Отойди, Жень. Давай. Шел назад! По щам, просто больно человеку! Я хочу в воздухе накринался. А он стреляет? Может, мой просто парень не умеет стрелять? И он говорит, пистолет для баб, короче, я тебе только кулаками. Да, и ты тоже не умеешь. Ну да, кинул его. Зачем? Все. Наказали. У тебя, кстати, ноль жизни. Да, я вижу. Да пошла ты нахрен! Ух ты! Это что за хрень была? Простите, я его. Я не буду воровать. Или воровать. Воруй, конечно, чувак, блять, не задолбал. Все, по ноль жизни, я не хочу начинать сначала. Я хочу. Почему они не сдохнут-то? Все, сдохли. Стой аккуратно, стой, стой, стой. Ты, кстати, возьми по пути. Не хочу брать. Я люблю пырять. Так, ага, мне пола. Я люблю пырять. Неужели магазин? Или просто проход? Нет, наверное, просто проход. Дальше. Да блин, вы чё? А? Беги. Нет, ну ладно, стой, сейчас она восстановится, по идее. Ты, то есть, не паси. Так, возьми. Вот, наверное, магазин. Нет, это выход написано. Да. Да вы чё? О, боже. Чё, бежим? Погоди. Вот. Стой, стой, я жизнь нам надыбал. Погоди. Тихо. Так, сейчас упадем, скорее всего. О, красава. Бита, блядь. Тихо, стой, стой. Чё, бежим? Или нет, подождем, пока он доедет до тут. Давай ему поможем. Блин. Нет, надо сначала с ними разобраться. Мы не можем так просто пройти.
блядь, ненавижу, когда так темно. Да, непонятно, что происходит. Просто в квартире темно причем. Жень. Черт, я на твоего загляделся, думал. Я тупой. Не, пофигу, пусть еду. Да не надо, да что тебя задавит сейчас? Выходи оттуда, я докачусь. Я отберу у тебя еще одну жизнь, если у тебя есть, да? Я охуеть, я один. Я могу у тебя спереть. А, ты спер уже. Несуществующую жизнь. Мы забыли про дракона, кстати. Я просто смотрю, ну то есть в темноте не видно ни хрена. Че, бежим? О, там деньги едут. Какая она богатая девушка. Так. А, в принципе, похуй. Тут даже выход не надо было. То есть, все конец. Мы на грани просто там играем. Да, полез выходим. Сейчас еще босс какой-нибудь. Так, будет. Давай бери большую яму. Какой-нибудь босс будет еще, наверное. Да. Вон, банку оставим, Жень. Одну банку. Да, я вижу. Я не вижу просто, что внизу происходит. То есть распятие. Вот их надо бить. Эти штуки. Не особо получается, конечно. Нет, я бил. Но после это будет очень долго. Ну, одна практически лопнула. Ты ее застанил. Так, осторожней. Ой, это я заебись. Пошел. Вошел в зелень. Жень, можешь маленькую банку взять? Она у меня, там. Я хп так пытаюсь попросить. А, да, пока, да, тебе не надо, я даже не ем. Ну, нет, нет, главное не взять. Так, я возьму ее. Так, осторожно. Блин. Да, нет. Счет, конечно. О! О, сейчас замечательно, жизнь почти восстановил. Опа, вот это прям совсем сдох. Давай ее добьем. Да. Все, жизнь восстановил. А! Да, уж установил. Но при этом они какие-то мразями стали. Ну жизни, блин, а клевая способность. Тихо. Все равно можно бить. Красиво сделано. Да, хороший график при этом. Блин, он хп срезал как не в себе. А меня, кстати говоря, не задело. Колу дофига скинули. Тихо, мне нужна мана. И банок, банок какие-то. Не бери пока банки. Так, мне, кстати... Опа! Женя, срочно, иначе я сдохну. Главное, чтобы он огонь не пустил. Охуеть, он промахнулся? Да. А вот и огонь. Так, я возьму тогда, а ты... Поздно. Блядь, у тебя же реген, Женя. Да я отходил от огня. Офигеть. Тут даже челлендж какой-никакой, да? Причем такой... А! Не слабый, я бы сказал. Так, я... Мне нужен хелп. Сейчас огонь уйдет. Охуеть, не успели. Или не успели. Или я сдох. Да, сука, он сдох. Бросает, видишь, эту хуету? Вижу. Охуеть. Блять, и меня накоцал, не хуёво. Есть! Ебать, я крут. Ну, блин! Где дракон тут твой сраный? Блядь, и... Кстати, и ни на кого. Она не работает, значит, на них. Блин. Да, на них не хватит. Хотя нет, смотри, он светится. Так, я хелп. Да, я сейчас тоже сдохну. Осторожней. Блин. Так, надеюсь, мы начнем с босса. Или нам поводит сейчас. Ну, вообще, с континуем, как правило, начинаешь с самого начала. Блять. Да. Такая она сложноватая. Да нет, просто мы днище. Ну как сказать? А, нет. О, отлично все. На боссе прям? На лифте. А, ну да. Сначала вниз. Ну, в норм. Ну, это не той, по крайней мере, да? Да. Не той, где нас насиловали. Ну, то есть это та же, где нас насиловали, но это немного по-другому нас насиловали. Осторожно, кислота! Я сказал. Знаешь, уже я сделал, после извини. Того, как кинул. Нам надо сделать вот так вот. Жень! Че? Смотри, что у меня появилось. О, дракончик прикольный. А это что? Heal your bro! Oh, the enemy. Against... Или врага, что ли? Странно. Да, или врага. А если
и наносит типа дохуя повреждения этому нежити, личам и супер личам. Ну лучше дракона взять. Два дракона — это вообще заебись. Два дракона — это сила. А я регента взял, блядь? Да, регента я взял. Короче, все, и теперь я с Евгеном. С Евгеном. Евгеном и Евгеном. О, дополнительная жизнь. Заебись. Да, реген читерный, пиздец. Ну как, относительно меня сейчас убьют. Help me. Только аккуратно, сейчас подойдешь сзади. Он же боксер, смотри, старый английский боксер. Я отделывал вашего дедушку. О боже, давай-ка вот так сделаем. Хуя. Да, ну вот эти вот днища мне не нравятся все. Лежачие постараемся добить. Че, он там нормально идет? Идет. О, господи. Сейчас. Вдвоем с драконом. Она самая охуенная, она же дорогая еще. Ты же ее купил. Да. Вот она самая дорогая пластика, которая в самом начале, да. 1100. Как сейчас помню, отдал. Еще рубль стоил. А если бы там был что-то 1200. Да рубль еще 28 стоил. Да и доллар. Старым курсом, брат. Запырять, запырять. Вот эти вот ниндзя отстойные. Ну они типа заёбываются. Да. Блять, ну с регеном пиздец, конечно. Относительно, смотри, он как срезает тебя за раз. Это понятно, но блять, он на регене нормально. Я вмёрл. Не вмёрл. Отлично, спасибо. Теперь мне главное теперь самому искать. Да что ж за твари-то, они просто отнимают нереально. Так, Жень, примени сейчас... дракон, а у тебя нет маны. О! Я сейчас сдохну. Ты дракона можешь сдохнуть. Зря. Я ее убил. Да какая разница, восстановится он, а я нет. О боже, зря. Да зря! не зря! Давай дракона, блядь! В полете твоем. Давай бей им поебал, пока не. Знаешь, убить поебал? Ну, по классике. Крестик и вниз. Да что же это так, такие? А без вертушки, кстати говоря, они хуёво ложатся. Ты вот можешь вот так их отталкивать, но это не особо сильно работает, потому что я вырубился. Блядь. Ну да, сомневаюсь. Как долго я нажал уже, а он потом только вставил. Да. Пока штаны сняли. Так, я кого-то убил. Или Туна убил, космит. Доллар возьми. За мою жизнь. У тебя, кстати говоря, есть дракон. И сейчас главное ударить успеть. Вниз? Да нет, сейчас когда не лететь еще будет. А, ты про это. И вниз не забудь. Ну заебись. Все. Покарали. Нож? Блин. Там брелка была. Мы как днище с тобой. Да. Такие расквашенные. Ну, 4 утра. Или сколько времени? Да хуя времени. Видите, друзья, мы с вами... Бей посуду! Бей! Ебать, ну что? Я ты все забрал, сволочь. Я просто жадный, бей. Отлично, у меня есть пистолет. Как с ним? Да реально с ним пистолет интересно? Мне кажется, можно. Я выронил. Я палец пошел. Я его метнул. Очень, блядь, практично.
Так ощущение, что палка есть. Так ощущение, что нельзя. Зато вот это клевый удар. Пойдем. И пистолет. Я могу ему угрожать, пока не. Осторожно, кину. На тебя. Сейчас он встанет. Все, пистолет! Она меня не бьет, Жень. А, слава богу. Короче, если ты кинул, то все окей. Возьми, возьми пистолет. Все, я буду. Как мексиканец двух сразу стреляет. Или ничего. Дай пистолет, не забьет. Он просто сильнее бьет, Жень, Дима. Наверное. Стреляет еще лучше, говорю. Так, у тебя проблемы. Я вообще по жизни такая. Дракона бахнул. А чё, в этот был, что ли? Песня «Руки вверх»? Да, я тебя чё целую, говорю, что будет. Говорю, что будет. Говорю, что будет. Чё, песни уже столько... Что-то еще что ли добавить? Что-то он пишет типа press to equip. Вот. Погоди, кстати, погоди. У тебя дракон какого левела? Посмотри. У меня первого. И у тебя первого, охуеть только. Что-то он вообще не выпадает, он дико редкий. Абсорб у меня пятого. А у тебя второго. А в чего зависит? А, ну ты кассет Increase. Подобрал. Ты кассет подобрал, походу, тогда больше. Когда этого мразь сбивали? Червяка. Только он высасывает всего по 6. Как и раньше. Ты что думаешь, с пистолетом... Бери. С пистолетом проще? Я опасный. У меня есть наган, я Диму бью. Давай, давай, эту суку туда. Да. Вот ты чё... Просто... На, блядь, на. Блядь, слушай, она реально заё... Сука, она так заёвывает. Чё, просто пипец. Жень? Да, сейчас подожди. Отлично. Она даже... Вставая, убивает, дрянь. Она жестко вообще хуярит. Давай, главное, жизнь не проебать. Вот это поднятие очень важное, пиздец. А, нам все, жизнь... никого же нет. Че, я, да. Блин, парюсь-то так. Нам в жизни нельзя проебывать. Ты пей. Hurry up, winner. Yep, Вина. Что такое, блядь? А! Да, вот эта дрянь здесь, летающая дрянь. Так, я, пожалуй, вот так. Давай. Дура. 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 А, вот, посмотри, как стрелка указывает. Там стрелка была. Дура. 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 Кстати, ты слышишь, там указывает вниз она почему-то. Смотри. На стрел... Да! Жень! Я не хочу прыгать, честно. Смотри, там магазин. Погоди. Видишь, указывает вниз? Да. А там магазин. Че, ты хочешь проломить ее? Да. Только тут надо осторожно. Ну, сейчас. Давай. Тихо. Погоди. И теперь без прыжка. Да! Заходи. Охренеть, смотри, что я нам нашел. И тоже выход. Заходи. Блин, мне тоже надо спускаться. Просто, просто беги и не прыгай, просто беги напрямую. Все? Фух. А они, походу, типа, они не видели. Они спрятаны, типа. О, господи. Дайте поболтать. Покачай дракона. Он у нас всего один. Драгонс, вот этот драгонсформ качай. Рейдж, погоди, ты increase your glam time, giving you double damage. У меня, кстати, есть он уже. Почему такой дорогой? Иди спрой. Блять, давай дракона качать. Прокачано. Crystal Dragon Kick for him. Во, 8 из 10. Фига, как ты его так быстро, у тебя столько бабла было? Да. Просто человек паскуда. Блять, охуеть, мы теперь будем ебашить как ну твари. Как мы, ты. Ну, теперь я главное оружие.
Унижена. Так, бери. Так и быть, слабакам надо уступать. Кстати, подскажите. О, я жизнь дополнительную выберу. Отлично. А мы еще... Сейчас проблема, чувак. Не сил, у меня дракон на 8. У меня хуй на 12. Дракон на 8. Проверим. Ну двоих ты чё тратишь-то? Хочу посмотреть, насколько он охуенный. Сыграю охуенно, он тебя видно, что на 8. Сейчас же придут эти паскуды летающие. А я, кстати, по 7 сосу. Уже. А ты по 6. Слушай, где размеры. Никогда не разбирался. Нет! Я, кстати, меня... На, блин. Станет, который не нужен даже. Панк тоже бесит. А у тебя он на сколько? Не знаю. Ну ты его качнул. А, уже. 2 или 3. Да ладно, только один раз его качнул, что за бред? А, 2, 3 у меня, значит. У тебя не мог быть так много денег. Да вот 2000 у меня было. Да ладно, да. Что, я все в деньги смотрю? Да. Ну вот, собственно, сейчас вот. Я не знаю, что это тогда. Просто вышли из-за экрана. Синхронно, блядь. Так, мы сейчас до босса почти добрались. Ну, сейчас босс вообще поморожен здесь, конечно. Так, стоп. А, вот все, у босса. А, я-то возьму маленький, все, а большой оставим. Или нет? Да. Так, драконов у нас нет, просто охуительно. Ой. Но вначале их не особо и надо, на него же не особо... А, на него действует. Нет, на него действует, мы же проверяли. Вначале не особо парил, ну так, не очень сложно. Так, так, и вот это главное, избегать из пасти. Ну, говна. Их по тени там ориентируйте. Надо ману устанавливать. Так, там почти один раскрылся, кстати. Блин, пол выбил случайно. Жень, вот это вот избегай. Тень, смотри на тень. Есть! Одного разбил. Акула, смотри! Давай не будем трогать тот, Жень! Давай разберемся сначала с акулой, потому что они... Какого черта? Что это внизу бегает? Они когда раскрываются, они... Жень, они сложнее. Да я понимаю. Ты его опять бил. Пасть открыл. Смотри, глаза вы... Опа, он это... Жень, бери, они сейчас исчезнут. Женька, бери быстрее. Кстати, тупанули. Не надо было брать энергетику. Надо было сначала вот так вот сделать. А потом взять энергию, чтобы резко восстановиться. Опанка. Второй раскрылся. Кстати, можешь применить, Жень. А, где? Стой. А, все. Ну, в принципе, можешь применить тогда, да. Мы убили этого. Я чувствую, еще голова же будет. Будет, да. Ну, она все будет отдельно, если ее сейчас нельзя трогать. Ну, вот это имеет большое. Да, да, естественно. Бонусы. Так, тихо. Пока ничего не надо, кроме надо, надеть. Надо. Бери. А, так. Прервем ее. Дракона решаю. А что это на 8? Вообще лучше этого говна избегать, что он лучает, и не бить его. Не, а сбоку тебя не трогают. Могу менять даже внизу делать. Опа, смотри, новая атака. О, он стал беситься, видишь? Да. Все. Так, бей эту хрень. Так, бонус беги. Наконец-то я могу взять себе крупную. Все что? Да, а кстати, что, говоря, на заднем плане? Кстати говоря, вот эти штуки, которые мы подбираем, они тоже апгрейдят способности, поэтому у тебя там на 3 есть, там 2 требуют, чтобы апгрейдить. Ох, бомбанул. Угу, ты сможешь грейдануть так на 3. Все? Да? Я думаю, все. Да. Что ж, друзья, мы остались на 9 левеле. Мы, кстати, по-моему, почти игру на самом деле прошли. Да ладно, что я такая коробка? Мне кажется, да. Думаешь, вот это все, они в космосе побывали? Ну, мне кажется, что тут чуть-чуть осталось буквально. Вот.
Ну все-таки сколько левелов они могли сделать? Смотри, мы час всего играем, сейчас 40. Чувак, ну блять, мы вдвоем и прошли 9 левелов. Сколько они должны левелов им быть? 20? Посмотри, это же битэмап, по идее, много там должно быть. Ну не знаю, в общем, мне кажется, почему-то, что осталось совсем немножко. В любом случае, спасибо вам за то, что смотрели. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзьяшки, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал Евгения Бэткомедиана. Да, спасибо, что смотрели и были с нами с чаем сейчас. Да. Всем удачи и пока. Да.